Известный бренд Тольяттинского разлива в Автограде в ходе спецоперации полицейские обнаружили подпольный цех по выпуску алкоголя. Объемы производства впечатляют. 3 линии мощностью до 3000 ящиков спиртного в сутки. Его отсюда по торговым точкам ежедневно развозили 2 грузовика. 42 сотрудника – все граждане Узбекистана. И только 10 с разрешением на работу. Причем жили нелегалы там же, где и работали. 32 человека в итоге переданы в ФМС Тольятти. Изъято более 500 бутылок спиртного, 570 тысяч алюминиевых крышек, 513 тысяч этикеток, 515 тысяч федеральных специальных марок. Образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу. Я бы сказал, за мою практику несчастные такие факты. Подпольное производство, которое существовало на 3 линиях в Тольятти. То есть это цех, где изготавливались брендовые спиртовая продукция. Задержано там 42 человека, все жители Узбекистана, находились там без регистрации, жили прямо в этом цеху. В этом цеху изготавливалась эта водка и разливалась. Все это в страшных антисанитарных условиях в том числе. Установлен сам организатор, житель Самарской области, он задержан. Все составлены административные протоколы, подключено ведомство Федеральной миграционной службы. Сейчас эта работа во всех направлениях проводится.